От первых стягов русичей до российского триколора. Всю историю государственных флагов страны, как они менялись, что означают их цвета, все это теперь знают гости библиотеки номер 5, пришедшие на праздник «Гордо реет над Россией». Ребятам рассказали о флагах во время виртуальной экскурсии. Затем юные самарцы поделились на две команды и в игровой форме узнали и о других государственных символах страны. Мы стараемся, хоть и у нас мероприятия патриотические, патриотического направления, мы стараемся в игровой форме ребятам преподнести, рассказать об истории, о нашей родине. Вот. Ну и поэтому я думаю, что им интересно это мероприятие. В завершении праздника дети своими руками смастерили объемную модель флага, чтобы забрать с собой как сувенир. Несмотря на каникулы, ребята с удовольствием пришли в библиотеку поиграть и узнать что-то новое для себя. У меня дети уже знают, что сегодня мероприятие, и бегом-бегом бегут, потому что знают, что нужно в библиотеку идти. Здесь и очень интересно, и познавательно, и развлекательно. Опять же, мероприятия и эстафеты, и какие-то вот как сегодня, да, мероприятия познавательные, очень интересные. В библиотеке номер 5 тематические праздники и встречи для детей проходят не только в период каникул, но и во время учебного года. Следующее интерактивное занятие состоится уже в сентябре. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События.